Празднуем Всемирный день донора. Наверное, это праздник такой, что сказать слова благодарности донорам. Доноры, я считаю, что это, ну вот, героем ты не можешь быть, да? Вот, а отдать частичку крови – это тоже своего рода героизм. Отдать частичку крови людям, которые нуждаются в этом, которые больны, которые имеют, ну вот, операционный период, да? Препараты крови очень сейчас тоже медицина используют. Поэтому сегодня, кроме того, что у нас такая акция, которая организована Красным Крестом и Министерством молодежи и спорта, сегодня мы еще и поздравляем почетных доноров и активных доноров. Активные доноры – это доноры, которые не ждут донорских дней. Вот их вызвали среди ночи, они пришли и сдали кровь ради спасения жизни других людей.